У Гомелі пачаў працаваць кінатэатр пад адкрытым небам. Дэманстрацыйная пляцоўка абсталяваная на аўтастаянцы Асаўцы. Кінатэатр пад адкрытым небам – гэта адкрытая прастора плошы каля 3000 квадратных метраў. Тут размешчаны светладыёдны экран памерам 10 на 4 метры. Арганізатары адзначаюць, картинка не губляе высокай якасці нават у дзень. Ту картинку, которую видите дома, мы показываем здесь и... То же самое, что и дома, вы видите здесь. Более того, еще ни один кинотеатр в Беларуси такого не реализовал. Почему? Потому что наш экран способен работать при дневном свете. Нашему экрану не страшно солнце. Чем не могут похвастаться наши коллеги из других городов. При этом, когда экран агульный, то гук индивидуальный. Он транслюется особо у кожным радиоприемнику автомобиля на пэўнай частоте. У репертуары кино як айчыны, так и замежной вытворчасці. Плануются и специальные показы, концерты и театральные постановки. Показывают фильмы с пятницы по неделю, а так само по святочных днях. Початок неизменно у 21 годину. Это такая очень демократичная форма просмотра фильмов. И как вот так показало вот 5 дней работы, мы уже имеем хороший результат. Приезжает не менее 40-50 машин. И я думаю, что недалекое будущее их будет еще больше.